Друзья, здесь, в этих ангарах, гаражах, мы сегодня делаем лодку. Ребята работают красками, очень много работают с красками и очень много работают с этими бутылками, которые там лежат в мешках сзади возле палетки. Нам сюда, вот из таких вот прутьев металлических, мы херачим вон там лодку. Зайдем вот так вот. Здесь сварочные столы. Здесь у нас трупогиб. Это наш чемодан, стремянка, стеллажи. Вот такой пол. Специальный заказ. Так, ну ближе к делу. Это сейчас сделана лодка 4,5 метра. Она 4,5 метра. И это у нас только ватерлиния. Аж выговорить не могу. Что нам видно, что нам понятно из нее? Камесь ничего. Сколько будет наворотов, сколько будет чего нашито. Она по камесь выглядит одним скелетом. Скелет. Такая железка. Сварочный. Друзья, вот этот мастер Миша, он делает вот эту лодку. Как называется? Еще названия нет. Я бы дал ей уже Победа. Да, Детинок. Итак, где у нас ватерлиния? Ватерлиния у нас вот. Это у нас колодцы для колес грибных. Здесь будет водомет. А в той части, как бы ее перевернуть, это будет, там у нас парус складной, жесткий. Вот. Миша много курит, потому что да, волнуется. А это она будет обшиваться, перфорирована. Вот они листы. 5 листов перфорированного железа, даже больше, 6. 6 листов. Хватит его на корабль или нет? Железо с двух сторон, стеклоткань вместе с эпоксидом. Сейчас пока без этого самого, без железа, сколько она весит? А потом с железом. Перфорированное железо, ты мне можешь его показать? Есть оно у тебя или нет? Ну, у меня кусочки есть. Кусочки, ну это ладно. Ну ладно, сколько будет здесь? Я знаю, это ладно. 100, 120, 30. Это не важно. Что самое важное в этой вот? То, что ты изготавливал. То, что она будет... Ее единственная ценность планируется, то, что она будет на электрическом ходу. Вся. Вся на электрическом ходу. Да, и водомет, конечно, он не будет давать много оборотов. Ну и хрен с ним, будет буль-буль. Чик-пупер. В плавание с собой кого ты возьмешь? Ну, вместо балласта я возьму тебя. Я маленький и круглый, да? Да. Меня можно выбросить за борт. Не, мы тебя закатаем. Давай. Закатаем, он показывает, ребята, вот на это место. Я здесь должен буду поместиться где-то. А, то есть меня вообще вниз, как этот балласт? Трюм. Трюм, да. Мы перевернули, и мы видим палубу. Палуба качается. Смотрите, качается. На уровне палубы. Вот. Вот на этой ленточной машине кораблестроитель Миша фигачит вот эту вот проволоку. Длинные здоровые листы. Что за агрегат?
что за агрегат такой? Зажали. Подача жидкости идет. Подача жидкости или как она называется? Так, там у нас упор, все зажато. Нажал на ручку. Ясно. Но она будет клевая еще и... Ну, есть несколько идей. Вот так. Во второй серии мы что увидим? А, смотря вас, когда вы приедете. Когда приедете. Может, вы растянете удовольствие, увидим уже самый конец. Самый конец строительства. Но мы постараемся следить за строительством вашей лодки. Надеюсь. Давай всем скажи что-нибудь, мы уже это самое заждались. Всего хорошего, до следующих встреч. Давайте, goodbye. Лодку привезли на задний двор, на другую мастерскую. Это уже столярный цех. Как-то раз показывал в этом столярном цеху. Она будет и клеиться.